В школе? Паштет. А вот частный дом. Частный дом у нас называют. А сейчас в этом доме живет беженец. Это временно сейчас. Да. И мы их оттуда сейчас все выстроим. Брат, Серега, брала, машина. Бравна, фьоху, Бала, башня, дали. Ара, лето ждал, А саху, да, Училась я на дядю, а в школе, вот, мало вошла в школе. Сла. Дарья, жди. А когда ты говоришь, я видел, что ты вот, выглядывал в дверь, в окно. Мы проезжали. А может, там остановиться? Ну, мы же торопимся, туда ездили. Да. А ты в каком классе? В вашем классе? Шестой А, Б. Зам председатель правительства Володимира Владимировича, кабинет, ухоз вогетсен, ухоз Бога бутсен. Я вам один кижу запишу, да? Мурат Магомедович. Учитель же Эннер Дой ваш? Да, да. Ваш учитель же Эннер Дой, а ваш я хотел бы шоу. А где? Мурат Магомедович. А Владой ваш новый пастор, мама? В школе Диандия. В школе я не вижу, но что ты мне. Детсад Диандия. Детсад, я где? Ну, так, сам. Я реки школы, там, о, скоро ты будешь. А Бог дает, что если Бог дает, что директору зама отхожу, зама с директора отхожу. Бог мой, ты где увидишь? Я сын учитель. Ага, я завтра выясню, если там есть место вот, для нее, пусть она завтра выйдет. Все будет сделано. Передайте мою. Все договорились, все. Дорожной службе, у вас дорожной службы, ханят, сам, все, агар, хаят, значит, не даст. Он с дорожной службы полез. Да, он с дорожной службы Агара Суга, что я пытался говорить, а это говорит, а за Абеса 50 человек в дорожной службе. Да, что он с Балхара, он с Балхара, на царя Хахорж был. Это и эти Балхара были. Посмотрите, там, да, должен. Да, 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 хорошо, хорошо. Дух Балхара, 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 журналист, работала в газете «Сердолу» долгое время. Потом работала в детском журнале с Саидом Чикием, села. Так как это труднодоступный район, желательно было бы тут создать корпус. Корпус? Да. Согласен. Вот, есть журналист. Кто? Башир Цицкий. Он работает на телевидении. Вот, есть оператор в районе. Да. Вот, ну так еще можно собрать людей, которые умеют писать, говорить. Вы бы посодействовали, чтобы создать корпус? Выделить помещение, машину? Значит, давайте так с вами договоримся. Вы тоже. А почему не состоявшись? Это явно. Ну, вы хотели работать, работать. Долгое время работали, потом, так как появились дети на свет, ушли в декретный отпуск. И до сих пор в этом отпуске. Вот. Хотелось бы выйти на работу, но отсюда ездить на Зрань, это тяжело. И тем более для района это было бы очень выгодно и удобно, потому что, как сейчас, к сожалению, произошли вот эти стихийные бедствия, вот, не будем же мы бегать за оператором, за журналистами туда, на Зрань. Значит, давайте так мы с вами договоримся. Не только Сердало. Вот все, что у нас есть, скажем, Ингушетия, другие газеты, вы будете делать материалы для этих газет. Значит, корреспондентский пункт мы здесь откроем вам. И служебная машина будет. То, что от меня зависит, я делаю. Вот то, что от вас, давайте, вот чтобы мы освещали. Это две проблемы, которые нас интересовали. Баркал. Почитаю, что это корпус, второй корпус, а то состояние учился. Мы обращались к главе администрации, бывшим главе администрации.
Нуртяшка, масна, побокиться, да, то отсадка, помощь цахарного, шанс, хитиджи, царовши, аяты, это... Аварийный дом полностью. Готовьте вы документы и будем... Эти мы, я подожду. Ж дух вес он. Дух вес. Язык бьешься. Прямо уезжать от них не хочется. Значит, а вот... администрация и плюс вот еще вот этот корреспондентский пункт, потому что они должны быть в таком режиме, что постоянно иметь связь должны. И, кстати, поэтому Машин Цулоев, он буквально гору просто замучился. Водитель? Нет, по телефону. Видите? А, ну, ну хорошо, это мы сделаем. Учебная заграничная. Ну, вы вместе как-нибудь. Давайте, чтобы я вам как бы отдельно свое время не назначал. Вы вместе приедете, ну, а так выслушаем по отдельно вас. Давай. Все, договорились с вами, да?